Друзья, всем привет! Вот решили мы, значит, сделать экран, попробовать. Никогда я этим не занимался. Леска у нас вот такая вот, 0,16. Я думаю, она, наверное, тоньше паутины, тоненькая. Вот, ячейка 25-ка. Экран будет, значит, у нас в ширину 1,5 метра. И в высоту 90 сантиметров метр. Ну что, друзья, оставайся с нами и посмотрим, что из этого получится. Ну вот, друзья, рассчитаем. Значит, ячейка у нас 25-ка. Диагональ получается 45 миллиметров. Значит, экран у нас будет 1,5 метра, это 1500 миллиметров, делим на 45, получаем 32, но с копейками там. Округлим там чуть-чуть на провис, чтобы она не прямая была, так, свободная сетка. В общем, 38 ячеек нам надо набрать. Вот, ну, набираем в два раза больше, получается, значит, рядочков 76, а полных ячеек получится 38. Это что касается ширины. Ну вот, друзья, зацепили, значит, за барную стоечку мы леску. Вот. Тонкая, ну, до невозможности, как паутинка. Не знаю, получится или нет. Вообще я учусь, никогда я этим не занимался, с такой вот тонкой лески вязать. Вот. Вязать будем двойным корейским. Кстати, я его тоже только изучаю, быстро у меня не будет получаться. Потому что изделие из лески, и простой узел будет скользить. Так вот потихонечку, не спеша. Потом мы покажем его на нитке, потому что на леске вообще не видно ничего. Это для тех, кто не умеет. Профессионалы вяжут таким узлом, только мелькают руки. Ну вот, ребят, что у нас получается. Такая вот узелок хороший. Узелки не бегают на леске. Вот. Единственное, что быстро не получается. Вяжу с фонариком, дополнительное освещение. Вот. Потихонечку. Ловим пальцем петельку. Оп, вот этим пальцем прижимаем. Делаем оборот вокруг этого пальца и просовываем в петлю. Но в конце видео мы покажем на нитке, потому что все-таки леска тоненькая, она как паутинка. И на ней, я думаю, что будет плохо видно. Вот такая вот красота получается. И сколько длина у тебя будет? Метр? В общем, ширина у меня будет где-то около 1,5 метров. Это он будет в ширину. Ну а в высоту будет сантиметров 90 метров. Вот так вот. 36 ячеек мы набрали. Это в ширину. И, ну, побольше 20 там будет в высоту.
Ну вот, ребят, сейчас покажем на нитке, какой я пытаюсь освоить узел. Держим линеечку, вот так вот. Вот. Пальцем ловим петельку. Вот этим пальцем прижимаем нитку к ладошке. Оп. Заводим сюда нитку и делаем вот так вот оборот. Двойной. Да, и вокруг мизинца. Хоп. И челночок пускаем вот так вот. Снимаем нитку одну. Оп. Все пальцы бросаем, кроме мизинца. И тянем, тянем, тянем. Вот как только у нас все натянется, и узелок ляжет тут вот на край, мы бросаем мизинец. Оп. Все, узел затянулся. Сейчас еще покажем. Ловим петельку пальцем. Этим прижимаем к ладошке. Заводим сюда. Делаем вот так вот оборот. Вокруг мизинца. Мизинец тоже прижимаем. Вот этот палец вот так вот делаем. И пропускаем челночок. Снимаем вот эту вот одну нитку. Оп. Снимаем все пальцы, бросаем там, один мизинец держим, натягиваем. Он как на крючке висит. Вот так все натянули и бросаем. Оп, все, узел готов. Как он там называется? Корейский двойной или шкотовый усиленный? Я думаю, это одно и то же. Покажем сейчас еще раз. Ловим. Прижимаем, берем нитку, обматываем вот так вот раз и мизинец. Пропускаем сюда, оп, мизинцем держим. Эти с этого пальца нитки соскакивают, вытаскиваем и тянем это все. Как только узелочек ляжет на плашку, все в натяге, бросаем. Ну вот, ребят, все сетчатое полотно мы связали. Вот она такая получилась. Приготовили такую реечку 15 миллиметров в квадрате. Ну и шлифанул ее наждачкой. Такой круглый. И покрасил яхтным лаком, чтобы как бы не так быстро промокало. Ну и гнила. Ну и грузик приготовили, такой вот 5-миллиметровая проволока. Подровняли, также покрасили, чтобы особо не ржавело красочкой. Будем сейчас оснащать. Ну вот, друзья, экранчик готов. Так вот получился, в общем, ширина его получилась 120. Я хотел 150, но попробовал, сетка как бы в натяг, а тут надо делать... Как я понял, свободненько. 120, и тут в глубину получился он у нас 90 сантиметров. Значит, вверху получается 36 ячеек. Это в ширину, а в глубину 24 ячейки. Такой вот. Тут вот посередочке еще шнурочек привяжем с поплавком. Данное видео никак не для агитации ловить браконьерским способом. Просто я попробовал набить руку, новый узелок попробовать. Кстати, ребят, отлично держит на леске. Леска тоненькая, 0,16. Не ерзает. Вообще шикарный. Единственное, быстро пока не могу вязать. Но это нужно пальцы приучать. Вот так вот. Ну что, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч.